ну, можно сказать, это вот слово, которое тоже не очень люблю, важно прийти к себе, чтобы вы увидели, какие у вас огромные масштабы самого себя, что вас в какие-то рамки не загнать, а те рамки, которые построили, каждый их дорисовывает, в результате вот так вот оно идет сужение. Этот кирпичик достроил свой, говорит, что вот это красивее, а это качественнее. Нет, еще этот кирпичик, и вот эти вот, вот этот забор, он становится все шире по восприятию. Но когда ты выходишь из состояния забора, то ты просто уже понимаешь, так, для меня этого забора не существует, и он у тебя просто проходит. И ты можешь находиться в любом месте, в любой момент своего времени, тогда, когда тебе это действительно важно. Но это будет только тогда, когда вы, ребят, начнете приходить к себе. И очень часто бывает такое, что вы приходите к себе, но по каким-то причинам вы думаете, что это не случилось. Вы думаете, нет, это не так, вот у других вот так вот, а я просто вот себе немножечко вот этого. Почему я делаю вот эти вот ретриты? Потому что я на ретрите показываю со всех сторон, что ты у себя есть. И когда ты это понимаешь, ну там на второй, третий, пятый день, у тебя идет там зашквар всего. Но очень часто бывает, что после ретрита на какой-то момент, через какое-то время тебя обратно социум вытягивает в твое привычное состояние. Вот это бывает. И это, видимо, именно поэтому я создала вот эти вот чаты, где вы можете обмениться своим опытом. Не скидывать какие-то файлы кого-то, а именно своим. Что со мной происходило, что со мной происходит, а что сейчас со мной, что я чувствую. Это ведь очень важно делиться. Делитесь в закрытом клубе вот этим всем. Чем больше вы будете делиться своими состояниями, тем больше мы их будем разбирать. Ребятки, всем привет! Это мой резервный канал. Здесь я выкладываю некоторые видео, но на вопросы я не отвечаю здесь, потому что даже их не читаю. Если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, то, конечно же, присоединяйтесь к моему основному каналу. Все ссылочки будут под этим видео. И, конечно же, на основном канале вы можете зайти в комментарии, задать мне любой вопрос. И тогда я его либо вам напишу, либо озвучу в каком-нибудь из своих видео. Также я приглашаю вас на свой канал в Telegram, где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления, работе с сознанием и не только, со мной и с другими участниками. Нас уже, ребят, больше 10 тысяч. Я вас всех очень жду.